У саратовских школьников закончились внеочередные каникулы. Комитет по образованию сообщает, что 25 февраля во всех общеобразовательных учреждениях возобновляются занятия. Напомню, что карантин в школах областного центра был объявлен 10 февраля. Сейчас руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано проведение полного комплекса профилактических мероприятий с ограничением культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях. 26 февраля планируется возобновить занятия в Экономе и Поволжском институте управления. А вот студенты колледжей и техникумов еще отдохнут. У них карантин продлен до 3 марта.